Мероприятия по перевозке пассажиров по направлениям Чита-Кыра, Чита-Красный Чекой-Минза включены в программу развития приграничных территорий Забайкальского края до 2025 года. Эти воздушные маршруты включены Министерством территориального развития региона в перечень социально значимых, в отношении которых могут устанавливаться меры государственной поддержки. Региональная служба по тарифам и ценообразованию установила на эти маршруты специальные тарифы. Так, стоимость билета по направлению Чита-Кыра составляет 2500 рублей. Чита Красный Чекой Минза 3500. Осуществлять полеты будет региональная авиакомпания «Аэросервис», которая в скором времени планирует приобрести дополнительно новое воздушное судно взамен самолета Ан-2. Оно будет выполнять полеты в удаленные и труднодоступные населенные пункты Забайкальского края.